право человека, право человека на жизнь. И очень хочется, чтобы жизнь у человека была счастливой. И о том, как защищается это право, эти права, их ведь очень много, Декларация прав человека их достаточно много определила. Но мне кажется, что главное право на свободную, счастливую жизнь мы все должны защищать. И закон их защищает. Я тоже желаю нам хорошего просмотра. Наверное, фильмы будут не очень веселые, ведь в мире очень много еще печального. Но желаю, а нам всем, я желаю мира и счастливого просмотра. Спасибо, Юлия Сергеевна.